Сегодня, 12 июня 2020 года, мы отмечаем 30-ю годовщину со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Это день нашей России. С 1992 по 2001 год 12 июня отмечался как день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а с 2002 года у праздника другое название – День России. С точки зрения национального и международного права, современное российское государство провозглашено 25 октября 1917 года. А было переименовано в Российскую Федерацию 25 декабря 1991 года. Оно является продолжателем СССР и правопреемницей тех международных обязательств Российской империи и Российской республики, которые были признаны СССР, а также в пределах обязательств Российской империи, которые Россия согласилась принять на себя в добровольном порядке. Люди, родившиеся и воспитанные в СССР, на традиции русской культуры считали себя русскими. Таковым считал себя Григорий Федорович Пономаренко. В своих интервью о муже Вера Ивановна Журавлева-Пономаренко рассказывала, что в последнем паспорте, полученном Григорием Федоровичем, в графе «национальность» стояла запись «русский». Она предложила поменять ему паспорт, на что композитор ответил отказом. Он сам считал себя русским и был благодарен России, которая воспитала его, открыла, поддержала и признала в нем талант музыканта и композитора. Поэтому не случайно в его творчестве так много песен, посвященных России. Это и «Мне Россия, мать родная» на стихи Бокова, «Моя Россия» стихи Алферова, «Я лечу над Россией» стихи Левицкого и многие другие. В отделе «Мемориальный музей квартира народного артиста СССР Григория Федоровича Пономаренко» проходили мероприятия, посвященные разным темам творчества композитора. В них участвовали студенты Краснодарской консерватории имени Людмилы Георгиевны Зыкиной. Предлагаем вам одно из таких выступлений. Родина.